помочь многодетной семье улучшить жилищные условия. Для покупки собственного дома родителям 10 детей не хватает средств. Елена Антонщук, узнав о проблеме, в силу своей профессиональной деятельности не смогла остаться в стороне. На встрече, которая прошла в сельском поселении Горское, обратилась с этой просьбой к вице-президенту областной торгово-промышленной палаты Игорю Шаповалову. Я пришла к депутату попросить помощи. Я верю в адресную помощь конкретному человеку, конкретной семье. Мне кажется, это внедряет уверенность нашу с вами, что все-таки мы не брошены, мы нужны государству, мы та нужная единица общества, для чего все делается. Просьбы не только личного характера звучали на встрече в Горском. Всей душой жители переживают за свой родной край. Такое отношение не может не радовать. Работа на таких территориях – одно удовольствие. Еще раз повторю, с такими людьми, которые всей душой болеют за то, чтобы территория находилась в идеальном состоянии. Нет предела совершенства, люди хотят больше, и это правильно. Запросы должны повышаться, а мы на них должны правильно реагировать и удовлетворять всем требованиям и потребностям наших жителей. Один из таких запросов – реконструкция памятника воинам-односельчанам в Лайково. Жители высказали свои идеи по его реставрации. Игорь Леонидович обещал взять этот вопрос под личный контроль. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».